Друзья, добрый день. Очередной мой выпуск по созданию монетарного нумизматического инвестиционного портфеля. Зовут меня Андрей. И сегодня я хочу представить вам, вашему вниманию, две монеты. Две монеты Республики островов Фиджи. Это официальное название на данный момент этой республики. Республики острова Фиджи. Острова Фиджи у нас находятся в южной части Тихого океана. На одноименном архипелаге Фиджи. Архипелаг Фиджи. Вот такие две интересные монеты. Значит, на аверсе этих монет изображена черепаха Такку. Мы видим вес монеты. Одна тройская унция. И проба 999. Максимальная проба серебра. Вторая монета имеет точно такой же аверс. Черепаха Такку. Вес и проба серебра. Вот такая интересная инвестиционная монета Республики Фиджи. Реверс этих монет. Интересен реверс этих монет. Значит, вот первая монета 2012 года. Фиджи. Елизавета II. И номинал 2 доллара. Красивая, качественная, интересная монетка. Вторая монета отличается своим реверсом. Год выпуска 2013, Фиджи, номинал 2 доллара. И здесь мы уже видим герб, значит, Республики Фиджи. Герб у них такой достаточно интересный. Герб сделан в виде геральдического щита. Значит, по обе стороны этого щита стоят фиджийские воины. Над гербом мы видим фиджийскую каноэ. Значит, и в самом щите геральдический лев. Изображение геральдического льва, который в своих лапах держит зерно какао. Сахарный тростник мы видим. Кокосовую пальму. Белого голубя. И связку бананов. И за основу этого щита взят вот такой Георгиевский крест. Георгиевский крест — это символ христианского святого Георгия Великомученика. И интересная надпись над щитом: «Бойся Бога и чти королеву». Вот такой реверс у нас второй монеты. Что скажем о технических характеристиках этой монеты? Монеты, значит, выполнены в качестве бриллиант анциркулейт. Вес монеты стандартная 1 тройская унция, 31,1 грамм. Диаметр монеты 45 миллиметров. И толщина этих монет 3,25 миллиметра. 3,25 миллиметра. Республика островов Фиджи. Официальное название в данный момент. Потому что название у этих островов менялось несколько раз. Но в данный момент оно называется именно так. Республика островов Фиджи. Вот такие две монеты хотел сегодня представить вашему вниманию.
комментируйте, лайкайте, ставьте лайки, давайте общаться, создавать наш монетарный нумизматический инвестиционный портфель. Рад общению. Спасибо за внимание, друзья, и до новых встреч.